Друзья, в этом ролике я вам покажу, как покрасить бетончик. Вот оградку, которую я сделал. Начинаю сразу вот с конечного варианта, как оно получится. Если вам, то есть, такой вариант не нравится, смысла смотреть ролик нету. Вот это получается уже конечный вариант, как оно будет. Здесь я еще не красил. И вот на вот этом я и покажу, как покрасить. Вот такой вот малыш. Крашу я морилкой первый цвет, орегон, мокка и лиственница. Вот это вот красил я вчера. Ночью уже был дождь, ну, как бы впиталось, все нормально. Вот первый дождик прошел, все вроде бы нормально. Как будет дальше, я покажу. Ну, пока цвет держит. Итак, будем начинать. Морилка Орион красноватого цвета. Вот. Сюда надо перемешивать хорошо морилочку. Ну, чтоб красиво было. Вот так вот, в общем, у нас получается. Опа, помощник пришел. Ты помогать пришел? Да. Выбираем выборочно камушки. Начинаем их красить. Где-то просто шовчики проходим. Теперь будем светлый тон добавлять, вот лиственница. Морилка такая еще вещь, вот где меньше наложили, один оттенок, где больше слой лег, другой оттенок. Интересно с ней работать. Притом хорошо с другими цветами мешается. Вот что у нас получается. Итак, у нас третий цвет мокка. Ну вот, после того, как все покрашено, смотрим вот такие вот места, которые не особо красиво получились. Допустим, вот здесь камень идет красный. И вот он залезла желтая. Вот такие места сейчас будем исправлять. Вот то же самое. Вот это вот такой вот. Вот такой вот камушек тоже будем исправлять. В общем, мы ищем везде места, которые не особо красиво получились. Вот здесь смотрим, допустим.
Вот. Некрасиво получился один камень идет. Значит, мы его сейчас другим цветом будем закрашивать. Надо сделать так, чтобы каждый камень был индивидуален и не похож на другие. Все, поехали. Палисадничек должен высохнуть. Только потом будет краситься. То есть как минимум дней 14, вот пока меня не будет, он будет сохнуть. Притом, когда он сохнет, его надо поливать водой. Вот все, что новое сделано. Оно будет сохнуть, его надо поливать. Вон Степка приживается, осваивает территорию. Ну а мы, друзья, на этом свой ролик и заканчиваем. Вот так вот у нас все получилось. Тут еще докрасится. Все, спасибо за просмотр. Если понравился, ставь такой лайк. И до новых встреч.